Ульяновские специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера будут классифицировать паралимпийцев на национальные соревнования. Такой возможности им открыли курсы повышения квалификации. Это чемпионат России по паралимпийской легкоатлетике. Это февраль прошлого года. Там мы прошли первичное обучение. В этом году мы прошли повышение квалификации по паралимпийской легкоатлетике на текущем чемпионате России. Это город Чебоксары. Вот мы там осуществляли, так скажем, предварительную спортивно-функциональную классификацию. На курсах повышения квалификации мы прошли огромный пласт классов, которые мы раньше, в принципе, не знали. То есть, например, если мы берем спортсмена, у него отсутствует конечность, он может участвовать как в беге, если у него есть протез, к примеру, и в метании. Сертификация позволила специалистам областного врачебно-физкультурного диспансера войти в десятку спортивных врачей-классификаторов России. В планах у ульяновцев расширить сферу своей деятельности, помимо легкой атлетики, осуществлять классификацию в паралимпийском плавании и боче. Эти виды спорта представлены наибольшим количеством спортсменов региона.